Энергоэффективности и энергосбережения получили дальнейшее свое развитие в рамках этого направления. Мы выражаем свое стремление гармонизировать стандарт энергоэффективности, инструмент, как диверсификация портфеля энергоресурсов по видам. Для создания эффективной и устойчивой к потрясениям системы глобального энергообеспечения требуются крупные инвестиционные ресурсы, в совокупности составляющие, по оценкам Международного энергетического агентства, в период до 2030 года порядка 17 триллионов долларов США.